test. You hit. Did somebody tell you bike was dang? Теперь мэр будет еще осторожнее, и нам до него просто так не добраться. И что же делать? Отложим эту идею до очередной сходки сливок общества. Но мы поступим мудрее. Ты проникнешь прямо на банкет и грохнешь его. Легко сказать. Там будет куда больше охраны, чем в прошлый раз. Я до входа не дойду. Нет. Ты будешь в списке приглашенных. Конечно, с твоей рожей туда не пустят. Но мы поступим вот как. У нас будет человек, которого мы будем продвигать по бизнесу. Внедрим его в их тусовку. А когда придет время, ты в его обличии сможешь добраться до мэра. А почему бы мне не поменять внешность прямо сейчас? Смена внешности имеет срок годности. Через несколько часов начнется обратный процесс. К тому же, у них есть датчики распознавания клонов. Но к тому времени я что-нибудь придумаю. А частое клонирование сделает из тебя урода. Посмотри на жителей Алиен-Сити. Ладно, с чего начнем? Нам нужен начальный капитал. Короче, зарабатывай бабло, а я поищу подходящего человека. Thank you.
professional moron or just a gifted amateur? Эй, где ваш босс? Поговорить надо. Another day, another scumbag off the street. Мое терпение лопнуло. Разнесем здесь все к чертям собачьим. Си-Джей, держись рядом. За мной. Си-Джей, иди сюда. Не отходи далеко. Еще кактусы. Си-Джей, держись рядом. За мной. Они здесь повсюду. Си-Джей, держись рядом. За мной. Мочи их, Си-Джей. Си-Джей, держись рядом. За мной. Эй, кто тут главный? Выходи. Нехило повеселились. Поехали к Рамирусу, а то жрать что-то захотелось.
Он сейчас на южном выезде из города. Well done. Brilliant drive. Тебе посылка. Положи в багажник. Dream of California.
Автоспорт Валенсия. Здравствуйте. Я знаю, где стоит эта тачка. Поехали. Приехали, вот эта тачка. За охранника не беспокойся, это наш человек. Бери тачку и езжай по навигатору, а я подожду тебя здесь. Торопись, надо успеть до 6 утра. Здравствуйте, мисс. Я знаю, где стоит эта тачка. Поехали. You're shit out of my way!
приехали, вот эта тачка. За охранника не беспокойся, это наш человек. Бери тачку и езжай по навигатору, а я подожду тебя здесь. Торопись, надо успеть до 6 утра. Отлично. Теперь отвези меня в гараж. Теперь ты в клубе, но будешь пока в команде Солей. Придется отдавать 20% от выигрыша. Но другого выхода пока нет. Счастливо. Thank you.
жители Аленси. Жители Теперь двери клуба для тебя открыты. Ну шо, ребята?
сажайте на второй уровень центральной башни. Чувака зовут Биф. Он скажет, где и когда курочка снесет яйцо. Мы от профессора. Он прилетит на самолете. Через 3 часа в аэропорте. Поехали. Давай через 3-й уровень башни. Так короче, а то не успеем. Ну шо? Well done. Brilliant drive. Езжайте на второй уровень центральной башни. Чувака зовут Биф. Он скажет, где и когда курочка снесет яйцо. Мы от профессора. Он прилетит на самолете. Через 3 часа в аэропорте. Поехали.
Давай через третий уровень башни, так короче, а то не успеем. Давай за ним, не дай ему уйти! Мочи охрану! Ну что, бандерлог, допрыгался? Где зомбата? Мой брат отомстит за меня! У него бомба, бежим! Ну вот, а потом он себя взорвал. Хреново дело. Теперь аккуратно ходите по улицам. От зомбированных всего можно ожидать. Did somebody tell you bikes was dangerous?